познакомиться с национальной культурой малых народов России. Сегодня самый вкусный день у нас, да? Это национальная кухня. Как складывалась национальная кухня народов? Все, что давала земля, вода, реки, моря, все шло для изготовления различных блюд. И те же продукты можно было приготовить по-разному. Но все равно самые древние рецепты национальной кухни, они передавались из поколения в поколение. И, конечно, очень интересные сочетания различных продуктов в разных блюдах. Сегодня выступают перед вами два наших любителя, наверное, и покушать, и в то же время знатоки кулинарного искусства. Это ученики 8 класса, которые расскажут вам очень много интересного. Я передаю слово знатокам кулинарного искусства. Насколько велика Россия, настолько и разнообразны кулинарные традиции разных народов. Национальная кухня любого народа основана на природных ресурсах и климатических условиях территории, где он проживает. От наличия исходного сырья и пищевых предпочтений, которые зависят от культурных и религиозных предпочтений. К примеру, перепечи. Старинные блюда финно-угорских народов, объединяющих венгров, финнов, эстонцев, удмуров, ну и других. Повелел нам государь блюдо древнее испечь. Испекли мы вкусный дар, нет вкуснее перепечь. Посмотри, румяны как, и задумка в них проста. Перепечь их древний знак, знак душевный, красота. Из далеких древних лет перепечи шлют привет. Далее хотелось бы рассказать о вообще сегодняшнем событии, то есть о кулинарном поединке. Кулинарный поединок провести царь повелел, кухню разную народов он испробовать хотел, но к большому огорчению царский повар заболел. Где рецепты брать, не знаю, вот бы вы мне подсказали. Честь по чести, без обмана, все продукты без изъяна, что картошка, что лучок, что морковка, кабачок. Праздник наш мы продолжаем и на сцену приглашаем. У нас для вас есть небольшой сюрприз. Видеообращение от коренных малочисленных народов. Угадайте, каких. Вам сейчас передадут привет эвенки. И сейчас посмотрите внимательно на экран. Традиционной пищей эвенков является кукура, сушеное мясо. Эвенкийская послужение занятиями эвенков всегда являлось оленеводство, охота и рыбалка. Вот, например, вот это лыжная палка, вот это вот подсвечник, это вот старинная дрель. Выше вы можете увидеть ножны. Вот это вот образец лодки из берегты, а вот это вот эвенкийский календарь. Спасибо за внимание. Мы будем очень рады, если вы посетите наш родной таежный уголок. Хочется поблагодарить родителей, которые смогли организовать такой приятный привет. Спасибо. Ну что же, мы начинаем. И первыми мы приглашаем первый А-класс эвенков. Пожалуйста. Предлагаю вам суп тагамин эвенков. Витаминный и полезный. Тагамин. Суп с рыбикой. Витаминный и полезный. Большое количество икры жарят, растирают деревянной миске. Эту массу добавляют в кипящий рыбный бульон. Тщательно размешивают. Добавляют филе рыбу. Доводят до кипения. Для этого суп понадобится любая икра рыбы, кроме налима, щуки и окуня. Пряности по желанию. Приятного аппетита! К рыбному супу мы предлагаем лепешки. Тесто для лепешек эвенки замешивают из молока, муки, воды, соли. Все это тщательно перемешивают, затем из теста формируют
мы приглашаем первый Б-класс коряков. Основной пищей коряков оленеводов являлось оленье мясо, обычно вареное, но также они едят его и в сыром виде, макая в свежую кровь, так как она слегка солоновата. Костный мозг оленя, глаза, почки, печень, прячет, съедает сырыми. Из крови и содержимого оленьего желудка варили похлебку. Названием толкуша. В его состав входят вареная нерка, сушеная икра, сушеный иван-чай, нерпичий жир, вареный картофель и ягоды брусники. Второй А-класс, выходите к нам, шапсуги. На протяжении своей истории шапсуги выработали довольно богатый ассортимент национальных блюд. Кулбан – традиционное адыгейское блюдо конвертики из соленого теста с адыгейским сыром. Подают его адыгейцы в основном на завтрак, но не обходятся без него и праздничное застолье. На праздники и большие торжества кубан выпекает как соленый сыром, так и сладкий с сахаром и ореховой начинкой. Особенность таких пирожков заключается в том, что в начинку всегда добавляют сливочное масло. Традиционный калмык-чай – питательный и ароматный напиток адыгов, позаимствованный у калмыков. Однако адыгейский народ готовит калмык-чай своеобразно. Для приготовления этого напитка потребуется прессованный черный чай и сушеный конский щавель. Готовят его так. В кипящий настой чая и конского щавеля вливают молоко, размешивают, а затем разливают по большим чашкам. По вкусу в чай добавляют сливочное масло, соль и черный перец. Национальное блюдо адыгейской кухни очень вкусное и колоритное. Приглашаю второй Б-класс вепсов. Кухня вепса разнообразна и уникальна, начиная от крапивного супа и заканчивая калитками. Калитка – это пирожок, ватрушка, выполненный в форме ромбика. И в самом деле напоминает калитку. Чтобы приготовить калитки, нужно взять 50 граммов сливочного масла, растопить, смешать со стаканом молока, добавить чуть-чуть соли и добавить ржаную муку, так? Добавим ржаную муку. Затем подготовить тесто, раскатать. В качестве начинки можно взять гороховую или картофельное пюре. Затем нужно вверх калитки подогнуть и защипывать по кругу, передавая калитке округлую или овальную форму. Затем верх начинки нужно смазать разбитым яйцом с сметаной и положить в печь калитки. Курник. Курник – это один из видов традиционных праздничных вепских пирогов. Причем один из самых сложных традиционных праздничных вепских пирогов. Пирог состоял из нескольких слоев риса, курицы, порезанной на небольшие кусочки, молочного соуса, грибов, которые разделяли каждый из слоев. Рыбный. Он считался праздничным обрядовым блюдом, которое готовили на свадьбе. Для теста понадобится 250 мл молока, 3 яйца, 4
стакана муки, 1-2 чайные ложки соли, 6 столовых ложек сахара, сухие дрожжи, 6 столовых ложек маргарина. Для начинки понадобится 3-6 кусков рыбы, 6 больших луковиц, 1 яйцо, соль, сахар, растительное масло. Приятного аппетита! Приглашаем 3А. Древнейших времен абазины занимались скотоводством, птицеводством и земледелием, что оказало влияние на их национальную кухню. Особое место в абазинской кухне отводится баранине, говядине и птице. В ней содержится множество молочных и растительных блюд, а также мучных изделий. Блюда в мире острые, имеют высокие вкусовые качества, особенно популярны блюда из мяса птицы. Абазинская кухня проста и очень питательна. Традиционных рецептов абазинской кухни осталось не так много, но все же они есть. Один из них – лепжа из курицы в сливочном соусе с чесноком и луком, название которого обозначает то, что тушилось на огне. Готовят его из курицы. Птицу сначала обжаривают, потом тушат с добавлением сметаны, сливочного масла и лука с чесноком. Лепшу можно подавать без гарнира или дополнить его кукурузной кашей, абыстой. Абыстой – это самое распространенное блюдо, которое едят всегда, хоть это свадьба или будничный день, как хлеб. Эту крутую кукурузную кашу, сваренную на воде без соли, принято готовить в котле на огне. По-чукотски обозначает «здравствуйте». Чукчи делились на две большие группы – оленные и береговые. Оленные чукчи – это кочевники, разводчие оленей. Береговые чукчи – это оседлые жители, которые занимаются в основном морским зверобойным промыслом. Они ели мясо моржей, китов, нерп и белух. Основной рацион оленей чукчей входила оленин. Ее ели сырой или вареной. Сушеной или вареной. Сначала ее сушили на открытом воздухе, а потом слегка коптили над огнем в чуме. Одним из традиционных блюд береговых чукчей является копальхин. Это квашеное моржовое мясо, которое ели 6 или 7 месяцев в году. Чтобы его приготовить, мясо клалось в ямы, залитые водой и покрытые дерном. Также одним из традиционных блюд являлся мактак. Это замороженные китовые кожи и сало. Если чукча шел в гости, то всегда брал с собой мактак, потому что он считался самым лучшим подарком. Между береговыми и оленными чукчами постоянно велся обмен продуктами. И у тех были распространены различные рыбные блюда. Из ягод чукчи собирали в основном морожку, бруснику, голубику, смородину и жимолость. Ягоды ели сырыми, как лакомство, или же как приправу к мясным и рыбным блюдам, например, к оленей или рыбной печенке. Грибы ели чукчи крайне редко, потому что считали их оленей едой. Люди, живущие за полярным кругом в тундре, веками работали, чтобы приспособиться к суровым погодным условиям. А народ чукчи, которые могут выжить даже на Марсе. Выбранное нами блюдо – оленина по-чукотски. Для этого нам понадобится оленина 1 кг, соль, перец по вкусу, 2 репчатых лука и 2 литра воды. Мясо нарезается на средние кусочки и кладется в холодную воду. Затем добавляются 2 головки лука. Все это варится 30-40 минут. Чукотская кухня является ягодной, мясной, рыбной. В отсутствии круп, соусов и многочисленных приправ. Обязательным обрядом перед едой
у чукчи является кормление духов. Мелкие кусочки пищи бросаются в огонь. Тем самым чукчи задобряют духов и отгоняют плохих. Священной птицей на Чукотке является ворон. Это первый, кто помог Богу в сотворении мира. Мы приглашаем 4 А. Самое распространенное блюдо бурятской кухни – это бузы. Они готовятся с говядиной, свининой и бараниной, с добавлением лука и внутреннего жира. Готовятся бузы на пару. Рецепт приготовления булок похож на рецепт приготовления хвороста. Для приготовления теста нам понадобится 1 стакан молока, 4-5 яиц, 1 стакан сахара, 1 чайная ложка соды, 1 чайная ложка соли и 2 столовые ложки сливочного масла. Жарится это чудо в масле. Подать бурятский хворост можно со сгущенкой или просто с сахарной пудрой. Напитком является чай с травой, которая называется гандалин. Это трава обычной багульни, которую собрали на саянах. В классический чайник добавляют около 5-6 веточек этой травы. Чай получается пряным и ароматным. Спасибо за внимание. Спасибо большое. И завершает нашу национальную кухню народ эскимосов. Эскимосы питаются в основном мясом морских животных. Первое место среди них занимают морж, второй тюлень, нерка, лахта, а третий кит. Особенно лакомым считается оленье мясо. Летом немалые подспорьем в питании служит мясо птиц. Эскимосы едят всех птиц, водящихся на севере. Рыба, как и дичь, служит немалым подспорьем в питании эскимосов. Она также, как и мясо, подается большей частью в сыром или мороженом виде, реже вареной или сушеной. Из растений эскимосы употребляют пищу листья ивы, луговой лук, сладкий съедобный корень, листья и ягоды. Грибов эскимосы не едят, называют их тук-ныг-ам, сигун-ат, что означает чертовы души. Из морских водорослей эскимосы употребляют пищу морскую капусту. В основном эскимосы едят замороженное или копченое мясо. Всю пищу эскимосы едят руками, нагибаясь над кайутак-ом, за каждым куском и делая своего рода стойки из ломтиков мяса и жира. В настоящее время эскимосы привыкли к европейским продуктам и уже не могут жить без чая, сахара и табака. С трудом обходятся без муки. Но все же эти продукты являются второстепенными в их питании. Спасибо за внимание. Приходите на подворье, посмотрите на раздолье. Угощение вам не счесть, всех их надо съесть. Народ загадочный и древний на русском севере живет. Разбросаны его деревни, а Ядь чистая течет, где волны плещутся Онеги, где начинается тайга, берестяные обереги, там защищают от врага. Там почитают духов, предков, хозяев леса и воды, считают, что они редко людей спасают там от беды. Там ели, камни, все живое, и ноиды не перевелись. Там современность и былое в один клубок переплелись. Там рыба есть еще в озерах,
ее наловишь и не счесть. Грибов и ягод столько в борах, что будешь их всю зиму есть. Там репы, брюквы и турнепсы с картошкой спорят до сих пор. Народу имя тому вепсы. Об их земле наш разговор. Потомки древней веси чуди не позабыли свой язык. И так традиции чтут люди, что здесь ведун любой старик. Добро пожаловать! Угощайтесь! Thank you.